Я снова в магазине кроссовок «Космос», только оригинал, спрашиваете с порога. Здесь на самом деле новый завоз и все сезонные варианты, и, конечно же, всякие зимние, вон они, варианты. У меня, например, на зиму, уже второй сезон, вот такие Nike с мехом очень удобные. Поэтому я вас всех приглашаю, приходите, заказывайте, доставка по всей России. Зацените тут, какие женские варианты есть прикольные. Либо вот еще очень понравился. Ну, в остальном классика, New Balance. Ну что, приехал в Эстетюнинг за своей машиной, за своим пикапом. Ну, за тундры, конечно. О чем вы еще подумали? Тут ее, короче, нализали. Намыли. Красотка. Обстановочка китайца тут плотно. Ладно, нормальные машины еще существуют. Так, друзья, у меня появилось такое мнение, что вот эта машина меня преследует. В прошлый раз я был в Эстетюнинге, здесь был другой TRX. Сейчас я тут черный, стоит прямо сзади тундры, пристроился как бы. Хотел рассказать, кстати, что у Эстетюнинга сейчас проходит клевая акция, бесплатная. Перейдите в их телеграм-канал, там есть пост, где они выбирают любую машину вашу. Либо скидывайте машину ваших друзей, может быть, членов семьи. И они сделают ее к Новому году очень крутой. Займутся ее внешним видом, детейлингом, может быть, что-то еще. Скидывайте просто фотку свою, они выберут машину и займутся ей полностью. А вы видите, приводить в порядок они машины очень умеют. Тундрочка. Знаете, что тешит? Что крузак по сравнению с тундрой просто малыш. Не у папы взял. Ну просто что за чистейшая тундра. Вау. Что, Серега, приступаем? Вот пациент, вот для него стол. Сейчас начнем разбирать. Так, я сейчас покажу вам бокс богатейшего человека. Ну, из моих знакомых, близких. Сейчас как раз покажу вам его проектик. Пожалуй, начнем с двигателя. 2JZ. Радиум. Injector Dynamics. Титан. Тут все на фитингах. Все на радиумах. Армировочка. Все присутствует. BC Racing. Гуры вот такие бошевские. Коллектории, конечно же. Далее, салон. Такие интересные решения. Икумастер. А мы продолжим. Карбоний. Вибрант. Спал. Такие всякие интересные решения. Бак. Радиум тут. А кто бы мог подумать, да, скажете вы, если вспомнить там 2 года назад, 3 года назад, что бусты будут строить такие топовые тачки, которые, во-первых, проверены мною в сезоне, вы все прекрасно видели, подход видели, машину заценили, именитые пилоты, инженеры. Плюс вот второй проект, да, можно сказать, ребят, как бы тоже видите, все делается реально, ну, грамотно, то есть, ну... Не прикопаешься, скажем так. Так что имейте в виду, бусты как бы, ну, там, не только Mazda обслужить. Но это проект большой. Вот. Я их попросил, конечно, может, пересыпем там все в пятнашечку с Цикса, но они сказали нет. Ни за какие деньги. Блин, ладно.